Классная посадка. Сегодня какое? 27-е, да? Или 28-е? Не знаю. По-моему, 27-е сегодня августа. Будем садить вот эти два огурчика. Огурцы — это салатный сорт. Забыл, как называется. Ну, факт в том, что будем их сажать. Это эксперимент. Такого мы никогда не делали. И не знаю, советовать никому не будем. Ну, если хотите, посмотрите, что получится из этого. Так, ставим огурец. Будем сажать его, огурец, вот в эту теплицу нашу. Здесь еще у нас, как бы, в этом году вот эта теплица весь год у нас, о, весь сезон давала огурец. Его еще тут есть. Он еще, как бы, у нас, ну, вот завязываются. Вот, вот они, огурчики, завязываются. Огурец еще есть. Вот он, огурчик. Но мы уже за ним сильно не следим. То мы усы обрывали, все здесь занимались. В этом году теплица хорошо нам дала. Желтеть начал. Вот. Эта теплица нам дала в этом году. Это специально мы оставили на семена, на огурец. И вот сейчас в эту теплицу мы посадим этих два огурчика. Нам ушел огурчики. Давай, Павел, лопату. Я пойду маме отдам, а один съем. Вот сюда один. Маш, выключи. Что ты? Я думал, ты снимаешь. А, нет, зачем? Выключай. Вот они. Гадость, извините, дави. Маш, молчи. Так. Давай, Маш, стаканчик. На. Вот. Здесь мы секатором разрезали. И вот так огурчик. А что такое секатор? Секатор — это ветки обрезать, такой инструмент наш. А ты мне его показываешь? Конечно, покажу. Когда? Сейчас закончим огурец садить. Покажу. Садим? Огурец посадим. Покажу. Вот так вот. Ветки землей. Садим огурчик. Сделаем луночку. И будем поливать. Сладкий-сладкий огурец. 27-28 августа. И посмотрим. Ну, сейчас достаточно тепло. Посмотрим, сколько времени даст ли нам погода, чтобы был урожай с этих огурцов. Так. Вот такая получилась у нас луночка. Друзья, ну вот у нас вырос огурчик, который мы посадили 28 августа. Вот сегодня у нас 10 сентября. Листья у него, конечно, немножко вот пожухлые вверх, нижние. А так вроде идет. Вот завязи пошли уже на нем. Цветет завязи. Ну, посмотрим, что будет. Будет, будет, не будет. Еще не будет. А на этом вот огурчики еще есть, которые у нас с апреля месяца. Огурцы сегодня собрали. Еще, наверное, на банку 3-литровую. Огурчиков вот таких вот. Вот. Ну все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Канал называется Алексей Логинов Плюс. Всем спасибо. Всем пока.